Гомельская команда «Энергия» с двух побед стартовала в регулярном чемпионате Беларуси по волейболу в дивизионе А. На домашнем паркете команда Дмитрия Лихорада дважды была сильнее гродненского «Коммунальника». Гомельчане не отдали сопернику ни одного сета, выиграв оба матча со счетом 3-0. По итогам первого тура чемпионата «Энергия» занимает третью строчку в турнирной таблице с 6 очками в активе. Лидирует «Минский строитель», вторым идет «Солигорский шахтер».